Всем привет! Вы на канале MLP Spirit TV, и сегодня у нас ждет распаковка посылки от Лилит. Кто не знает, у нее есть два канала, ссылка в описании. И вот. Я у нее купила кастом кобылы гномерской. И сейчас мы посмотрим, какая она. Распаковку, извиняюсь, я снимаю на улице, потому что в доме невозможно снимать. Сегодня у нас солнышко. Это вот окрестность перед моим домом. У нас вон сколько сугробов, снега. Вот. В доме невозможно снимать, потому что весь день работает телевизор, а выключить его, ну, никак. Потому что его смотрят. Вот. И поэтому, чтобы он не мешал, я решила вот распаковку снять на улице. Господи, живую, она еще прекраснее. Да, у меня камера не сильно так передает ее цвет, но руки у меня вообще трясутся. О, божечки. Ссылку на мастера я оставлю тоже в описании. Обязательно заказывайте у нее кастомы. Кастомы. Просто обалденная кобылка. У меня руки трясутся. Вот такой у ней замечательный покрас. Была переделана грива, как вы видите. Здесь у нее есть золотые такие отливы. Мама родная. Какая она чудесная. Ой. Спасибо мастеру и Лилит за прекрасное создание, которое теперь будет частью моей коллекции. Я очень рада. О, какая она чудесная. Обязательно ей дам какую-нибудь роль в сериале. Вообще, у меня есть уже задумка насчет сериала одного. Так что, думаю, я ее туда включу. Господи, какая она прекрасная. Я не могу оторвать взгляд от нее. Эти глаза, конечно, камера не передает, но они очень живые и красивые. Это мордочка. И сам покрас очень красиво. Спасибо еще раз огромное. Как я говорю, я оставлю ссылку на автора этого кастома и на саму Лилит в описании. Так что заходите, подписывайтесь на них. И всем до встречи. Пока-пока.